Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чувашия», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырочкина, и сегодня в нашем выпуске. Чудо-град в Чебоксарах, в микрорайоне «Новый город» открылся детский сад. Масштабно и красочно столица Чувашии отметила 550-летний юбилей. Овощи бьют рекорд. Ход полевых работ обсудили на заседании в Доме правительства. В Чебоксарах появился чудо-град. Так назвали детский сад, открывшийся в юбилейный для столицы день. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Открытие детского сада – праздник для большой семьи. У супругов Сандыркиных прямо как в сказке – 4 сыночка и лапочка-дочка. В чудо-град провожают 3-летнего Пашу. Все жители этого города ждали садик, потому что много-много детей, маленьких много детей. И все хотят ходить в садик в шаговой доступности. Пятый ребенок, надеемся, тоже в этот садик попадет. Вместе с Пашей в детский сад пойдут свыше 240 ребят. В бурно растущем новом городе немало молодых семей. Создать условия для обучения дошколят в шаговой доступности – задача национального проекта, отметил председатель правительства республики. До конца года, помимо этого детского сада, должны быть введены еще 2 детских сада. А в целом, в рамках национального проекта в 2019 году будет построено 10 детских садов, введены 2 школы. Город строится, город развивается, все это на благо горожан. Город мечты вырос и у стен детского сада. Из конструкторов и из красок на мольбертах. Свои задумки в реальность воплощали участники фестиваля рабочих профессий. А зам рабочих профессий намерены обучать и воспитанников Чудо-града. Это часть большой образовательной программы. В детском саду создана очень богатейшая предметная среда. Здесь есть все для развития детей. Не просто для развития, а для всестороннего. Стараемся квалифицированных, высококвалифицированных специалистов набирать. На строительство детского сада направили порядка 200 миллионов. Для досуга малышей в Чудо-граде игровые комнаты, театральная студия, спортивные площадки и даже бассейн. Вслед за открытием уже 2-го по счету детского сада в новом городе строится и 3-й, а еще и школа на более чем 1500 мест. Ее открытие намечено на следующий год. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. В этом сезоне в республике рекордный урожай овощей. А вот с уборкой зерновых приходится догонять ранее намеченные графики и работать в ускоренном режиме. Ход полевых работ и предварительные итоги летнего отдыха детей обсудили на заседании в Доме правительства. С 1 гектара земли 230 центнеров картофеля. Это на 15 центнеров больше, чем в прошлом году. Урожайность рекордная, отмечают в Минсельхозе Чувашии. Что касается овощей в целом, то здесь цифры еще больше. С 1 гектара собрали на 133 центнера больше, чем в 2018. А вот сбору зерна помешали дожди. Сдерживающим фактором уборочных работ являлись погодные условия. С прекращением осадков среднесуточный темп уборки превысил 10 тысяч гектаров. И по состоянию на текущую дату отставание от темпов прошлого года составляет практически 4-5 дней. В период выпадения осадков отставание доходило до 10 дней. Максимальный темп уборки отмечен 24 августа. Около 15,6 тысяч гектаров. Самые высокие темпы работ в Яльчикском районе. Там убрано почти 75% всей площади зернобобовых культур. Конец августа – это и время подводить предварительные итоги летней оздоровительной кампании. В детских лагерях завершаются последние смены. Бюджет оздоровительной кампании в этом году составляет более 474 миллионов рублей. В этом году проведено 16 специализированных профильных смен с участием более 1000 школьников. В прошлом году было 13 профильных смен с участием более 800 школьников. Специализированные смены были организованы на базе загородных лагерей. В «Звездном» собирали лидеров юноармии и российского движения школьников. В «Созвездии» прошла языковая смена. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» принимал юных инспекторов дорожного движения и победителей олимпиад по чувашскому языку и литературе. Единственный в республике палаточный лагерь «Патриот» работал на базе Чебоксарского аэроклуба. Так что каникулы стали для ребят не только отдыхом, но и хорошей возможностью пополнить свои знания в любимых предметах. Ирина Волкова, Павел Иритков, «Республика». А на совещании в столичной мэрии подвели итоги праздников. На 100 мероприятиях побывали 100 тысяч чебоксарцев.
Этим утром в зале совещания администрации города не было свободных мест. Их заняли игрушечные утята. Так решили отблагодарить всех, кто организовывал и проводил масштабный праздник. Охватили практически всех, начиная с начала года. Проводили мероприятия в детских садах, школах, в трудовых коллективах. От мала до велика все были вовлечены в 550-летие города. Вы все самые активные участники всех мероприятий, брали на себя огромную ответственность, вложили силы, душу для того, чтобы жителям и гостям было комфортно. В этом году впервые основной площадкой стало певческое поле. Это было очень трудно для организации, тем не менее, это все вы выдержали. Большое спасибо, праздник удался. С праздником вас! Юбилейные медали из рук руководства города получили сотрудники правоохранительных органов, администрация и волонтеры. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. И сегодня, 26 августа, авиационная группа высшего пилотажа военно-воздушных сил России «Стрижи» вылетела из Чебоксар на свою авиабазу в Кубинку. Летчики провели в Чебоксарах несколько дней. Они встречались со школьниками, знакомили ребят с устройством самих самолетов. Много рассказывали о своей профессии и репетировали, чтобы 24 августа показать в небе поистине головокружительное представление. Рев моторов, реакция зрителей, уровень шума зашкаливал. В воздушных пируэтах и кульбитах могут только профессионалы, но дело не в названиях пилотажных фигур. У жителей столицы была редкая возможность увидеть потрясающий праздник в небе. И группа летчиков это сделала. Стрижи прилетали к нам в третий раз и обещали вернуться. Сегодня они попрощались с городом, взмахнув семью парами крыльев. Теперь подробнее о том, как столица отмечала 550-летие. В праздничные выходные республику посетила официальная делегация Кубы во главе с чрезвычайным и полномочным послом. О перспективах двусторонних отношений мой коллега Дмитрий Ковалев. Солнце, пальма, море, Че Гевара. Более 100 работ оценили члены жюри регионального конкурса рисунков «Мечтаю о Кубе». Анна Карпова вдохновилась поездкой в столицу республики, город Гавану. Ну, на самом деле, в Кубе очень похож на народ, потому что и мы, и они являемся общительными. Также они очень гостеприимны. И, например, если вы потеряетесь где-нибудь в Кубе, то можете спросить любого человека, и он вам подскажет. В каждом рисунке дух свободолюбивой Кубы. Чрезвычайный и полномочный посол Херардо Пиньяльвер-Порталь отметил, что эта выставка – большой шаг в укреплении дружбы между республиками. Это надо, чтобы наши юноши и девушки тоже начинали связываться друг с другом. Поэтому мы очень уважаем и приветствуем эту инициативу. И я думаю, что тоже будем стараться, чтобы наши дети на Кубе тоже рисуют о России. У республик друг другу взаимный интерес, отметил председатель правительства региона Иван Моторин. Вот уже 2 года в Чувашии работает общество дружбы с Кубой. И мы сегодня видим, что самое главное – это затронуло детей. Мы сегодня будем знакомиться с детским рисунком. Это в первую очередь говорит о том, что дружба с Кубой будет на долгие-долгие годы в Чувашии жить, процветать. Тесные контакты устанавливают и бизнесмены. Для Чувашии и Куба – ключевой торгово-экономический партнер. Товарооборот между республиками продолжает расти. Большим спросом на острове Свободы пользуются электроника и бульдозеры. Задача предприятий – наращивать объемы экспорта, отметил Иван Моторин. Здесь был предложен господином послом принять участие в межправительственной комиссии. Я думаю, и предприятия примут участие, представители бизнеса и представители госструктуры Чувашской республики. Там будут выработаны предложения по дальнейшему сотрудничеству между нашими предприятиями. Совместные проекты стороны планируют реализовать и в области туризма. Россия является сегодня европейский рынок, который имеет большой рост. Поток туристов из России на Кубе увеличивался в прошлом году в 30%. Гостей заинтересовал опыт республики в подготовке квалифицированных специалистов. Кадры для экономики куются в стенах Чувашского госуниверситета, в лабораториях предприятий. Я понимаю, что мы столкнемся с кадром
здоровым голодом, мы решили создать эту лабораторию. Причем мы взяли один из наших объектов. Полностью вот этот, полностью эта лаборатория уже была проверена нашими же наладчиками, испытана. В юбилейный день концерт кубинских артистов. Это подарок от Санта-Клары, города-побратима Чебоксар. В столице солнечной Чувашии. На творческом бульваре Чебоксар царит потрясающая атмосфера. Мечты об острове свободы становятся реальностью. Финалистам конкурса рисунков, приуроченного к 500-летию города Гавана, награды вручил чрезвычайный и полномочный посол Кубы. Это очень интересная культура. Я потому что живу в Чувашии, и для меня вообще не знакома эта культура. И вот, ну, находясь здесь, Куба стала еще ближе, а тем, кто помогает развивать двухсторонние связи, вручили юбилейные медали от Чебоксар. На улицах Чебоксар бушует кубинский праздник, а в душе у всех чебоксарцев это создает энергетику, желание петь, танцевать, встречать замечательный праздник. Жизнь кипит, перспективы огромные. Куба рядом. Куба близко, Куба рядом. В ближайших планах ответный визит на Кубу. Дмитрий Ковалев, Валерий Лизюков и Борис Андреев. Республика. Чебоксары – город славы трудовой. В юбилей столицы чествовали тех, кто делает родной город комфортнее и благоустроеннее. О том, кто получил заслуженные награды. Далее. Не разлей вода. Это про династию Тарасовых и водоканал. Владислав Тарасов отвечает за сети водоснабжения. Его жена Ольга рассчитывает плату за воду. Общий трудовой стаж семьи – 128 лет. Тарасовы в числе тех, кого наградили на фестивале. Нам тоже. Очень приятно, что много сегодня улыбчивых людей, совершенно посторонних, которые хлопали нам, когда мы выходили на сцену, поддерживали. Не думаю, что кто-то из горожан скажет, что без воды он проживет хоть день. Чтобы жизнь была комфортной, чтобы не на улицу выходить из колонки брать воду. И прокладываются водопроводные сети в квартиры, в дома. Водоканал, тракторный завод, Лара, ЧАЗ. На праздничную сцену один за одним выходили представители предприятий и организаций. Город славится своими трудовыми династиями, организациями, предприятиями. Вносит огромный вклад в развитие республики, налоговый потенциал. Поэтому этот фестиваль как раз показателен по тем организациям, которые являются визитной карточкой города, развивает экспортный потенциал, производит уникальную продукцию. Руководители предприятий получили дипломы и памятные медали в честь 550-летия. Среди них директор Чебоксарского троллейбусного управления Александр Коныгин. В этом году перевозчик празднует юбилейную дату – 55 лет. Какую роль сегодня играет троллейбус в жизни города? Ну, это ясно. Это одна из жизневажных, жизнеобеспечивающих систем города. То есть мы сегодня имеем приоритет в перевозках жителей города и обеспечим перевозку в общегородских масштабах порядка 60%. Мы свою марку терять не собираемся. И я думаю, еще 55 лет троллейбусное управление будет также жить и добросовестно работать на благо жителей нашего города. Предприятие сферы ЖКХ, транспорта, производства и услуг. Все вместе они делают Чебоксары городом, в котором хочется жить. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Велиев, Республика. Весь арсенал столичной техники задействовали в День города, но не для исполнения своих функциональных обязанностей, а для парада. Строительная, коммунальная и медицинская – этот перечень можно продолжать. Под технику были отданы две главные улицы. Экскаваторы, самосвалы, манипуляторы и даже пылесосы. В общей сложности по проспекту Ленина и Карла Маркса под овации зрителей проехали 150 единиц техники. Горожане часто встречают их на улицах, но некоторые машины чебоксарцы увидели впервые. Это не просто выставочные образцы, это настоящие трудяги. К примеру, эти машины потушили десятки пожаров. Укомплектованные на все 100 и проходимые по бездорожью, с ними ничего не страшно. А эти мини-тракторы с набором разного навесного оборудования чистят снег, подметают и моют улицы. Не обошлось и без ретро-автомобилей. Желтая милицейская копейка, машина для сбора мусора образца 60-х годов, первый чебоксарский троллейбус. Они тоже славно потрудились в свое время. Парад техники стал удивительным и познавательным зрелищем для многих чебоксарцев и гостей столицы.
Следующий сюжет не рекомендуется к просмотру тем, кто еще не успел поужинать. Он на фестивале национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». Как жаль, уважаемые телезрители, что телевидение не передает запахов. У нас салат будет супремы из овощей, свежей цукинией, огурцами и соусом. От 29 команд из Чувашии, Москвы, Петербурга, Якутии, Тюменской области и других регионов всего 1,5 часа на полный обед из 3 блюд. Условия для участников фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» экстремальные. Приготовить все нужно в палатках у монумента матери-покровительницы под любопытными взглядами горожан. Жюри – строгие ценители. Немножко сделаем снисхождение, что это все-таки улица. А так, это подача, это технология приготовления, вкус. Если это региональные продукты, то, конечно, будет оцениваться гораздо лучше. Не из сибаса же готовить в Чувашии шашлык. Кулинары, которые с условиями подобных конкурсов хорошо знакомы, действительно сделали акцент на том, что растет и водится в Чувашии. Ансамбль «Шардан» представил рыбный пирог по старинному шумерлинскому рецепту. Внизу, значит, немножко пассированный лук. И сверху рыбы тоже также лук поджаренный, такой вкусненький, до сладости. Рыбу чистим хорошо, ложим. И потом сверху яйца, 2 яйца, чуть-чуть майонеза помешали и залили в духовочку. Ну все, сейчас съемочной группы потекли слюни. Представительницы Большосундырского райпо запекли волжского судака и делятся секретом, как избавить речную рыбу от специфического запаха. Крышка, когда распорол, туда положил лимон и укроп. Еще один популярный ингредиент – тыква. Делаем салат из тыквы с рукколой, как говорится. Тыква у нас из Чувашии национальная, как бы считается. 2 вида тыквы. Вот шариками нарезали, и теперь жарим на сливочном масле. Повар из Красноармейского райпо рецепты придумывает, когда приходит вдохновение. Придет на ум, как эти поэты, у них тоже пишут стихи, тоже так же, наверное. Но кто-то ничего нового изобретать не стал. Мы приготовили традиционное чувашское блюдо, ширтан называется. Его обычно готовят, когда очень великие праздники в семье происходят. Мы тоже решили приготовить, так как у нас у Чебоксара очень великий праздник, День города. Нашей съемочной группе попробовать ничего не удалось. Что поделать, конкурсные образцы. А в жюри пришлось оценить все 87 блюд. Любимое блюдо есть у вас какое-то? Мне этот вопрос постоянно задают, поэтому я всегда привожу случай, когда народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин, с которым мы дружили, захотел меня пригласить домой. Говорит, слушай, там жена спрашивает, говорит, ты же там кормил всяких президентов, королей, принцев. А что ты любишь? А я говорю, котлеты с вермишелью. Котлеты с вермишелью готовить никто не отважился. Лучшими стали сразу несколько команд. Ряд республиканских районных потребительских обществ, столичных кафе, команды из Перми и Якутии, сухой из карася и каре из оленины. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика. Кульминацией всех юбилейных событий стал масштабный концерт на Певческом поле, который длился нон-стоп несколько часов. Горожан поздравили представители республиканских органов власти, руководители столицы. 100 тысяч чебоксарцев подпевали знаменитому хору турецкого. Солистов хора турецкого исполнили свои лучшие композиции в сопровождении инструментальной музыки и акапелла. Михаил Турецкий, основатель проекта, заслуженный народный артист России, рассказал журналистам, что уже бывал в Чебоксарах, и с каждым годом он видит, как меняется и развивается город. Здесь необычный регион, здесь заряженные на успех люди, сильные, мощные, храбрые, исторически подкованные. И вот теперь я, оказывается, узнаю, что нам 550. Представляете, основанный в 15 веке город Чебоксар. Вот что мне нравится, что не стоит на месте. Уровень какой-то совсем другой и в республике, и в городе. Очень мне нравится вот эта упертость национальная местных жителей, что наш город лучший, что мы должны жить престижно и комфортно. То есть это прямо вот здесь чувствуется. Люди со своим характером. То есть 21 регион – люди со своим характером. Вот я это обозначил для себя. И придерживаюсь этой мысли. И душа радуется, что вот в отдельно взятом регионе, Республика Чувашия, город Чебоксары, очень большое продвижение
наблюдается. Сегодня необычный праздник, потрясающий. Вот эта гора, эти экраны, это берег Волги, разливы, широта, еще и погода. Ну, то есть все великолепно. То есть все это, конечно, дает нам идею, что для того, чтобы быть счастливым, не надо уезжать в Москву и в Петербург, и за рубеж. Надо любить свой город и делать все возможное для того, чтобы этот город становился мощнее и краше. Красочное фаер-шоу флайбордистов, световое шоу и фейерверк. В открытом пространстве залива все смотрелось масштабно, красочно и органично. Ну а в Казани продолжают соревноваться лучшие в своих профессиях. Сегодня очередной день 45-го мирового чемпионата WorldSkills Russia 2019. С места событий Юлия Важенина. Ярко, шумно и зрелищно. Так стартовал мировой чемпионат WorldSkills 2019. В нашей стране он проходит впервые. Более 1300 участников из 63 стран мира приехали в столицу Татарстана. Но, конечно, самая многочисленная команда страны-хозяйки чемпионата. Авиационные техники, облачные вычисления, облицовка плиткой – ювелирное дело. Всего участники соревнуются в 56 компетенциях. Все они прошли отбор в национальных испытаниях, а значит, лучшие в своей стране. У них есть 4 дня, чтобы показать все, на что они способны. Поэтому скорость и сосредоточенность – их главные помощники. Это очень волнительно. Большой стресс всегда, когда ты участвуешь, потому что особенно на международных, которые мировые, это большое давление. Обеспечить связью такой масштабный чемпионат – задача непростая, учитывая 200 тысяч квадратных метров площади Казань-Экспо и стадион церемонии открытия и закрытия на 45 тысяч зрителей. Мегафон организовал покрытие сети таким образом, чтобы на связи оставались все – и зрители, и участники, и организаторы. Нашими специалистами был разработан и к WorldSkills модернизирована такая внутренняя базовая станция, которая состоит из 238 антенн, 5000 метров оптических кабелей. Пиковую скорость, которую выдает базовая станция на Казань-арене, это 120 мегабит. Только на подготовку сети на объекты чемпионата мира WorldSkills Мегафон выделил 20 миллионов рублей. Но и это еще не все. Особой миссией Мегафона на чемпионате стала поддержка молодых специалистов. На чемпионате WorldSkills огромное количество разных интерактивных площадок. Например, здесь у компании Мегафон можно выбрать любой из понравившихся 4 принтов и сделать себе дизайнерскую футболку. Футболка вот с такими классными часиками. Площадки чемпионата были просто переполнены людьми, но никаких сложностей не возникало. Все знали, куда идти и где что находится. Все это благодаря дружелюбным людям в красных футболках. Волонтеры в любой момент спешили на помощь. На первый взгляд их работа незаметна, но отсутствие ее было бы ощутимо. Вас встречают ребята, которые помогают быстро сориентироваться, в какой вход, выход зайти, куда дальше пройти, где какой кластер и так далее. На таком масштабном событии хочется заглянуть в каждый уголок, посмотреть все соревнования и рассказать о них. Так что к этой теме мы еще вернемся. О самых интересных компетенциях и участниках из Чувашии мы расскажем в следующих выпусках программы «Республика». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, «Республика» из Казани. Вот таким стал этот понедельник, 26 августа. Я на сегодня прощаюсь.